Главные новогодние гуляния не только Югры, но и всей страны пройдут в Ханты-Мансийске. Именно окружной центр стал новогодней столицей России. Этот проект вошел в пятерку самых популярных новогодних событий страны наряду с московским фестивалем «Путешествие в Рождество» и петербургской рождественской ярмаркой. Этот рейтинг составило аналитическое агентство «Турстат». Специалисты учитывали посещаемость мероприятий. Ожидается, что 14 праздничных площадок и 80 событий проекта «Ханты-Мансийск. Новогодний столицы России» посетят более 80 тысяч человек. Напомню, фестиваль в окружной столице начнется уже в эту пятницу, 8 декабря. Здесь пройдет Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек, а также откроется Чумовая улица, где можно будет покататься на собачьих и оленьих упряжках.